так, 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 давайте, ребятки, возьмем оружие вот это. Хоба, вот так вот, давай, 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 вылезайте. Ага, попались, ха-ха-ха. Все попались втроем. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Zombie Catchers или Охотники на зомби. Так, ребятки, ну что ж, давайте, собственно, перейдем. Так, хочу сказать вам, что, как вы и просили, я перешел на взломанную версию этой игры, дабы купить всяких себе штук да побольше. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз уже дошли до этого уровня, и нам дали задачу купить вот такую. Так, мы купили желейную зомби-выжималку, делать такие желешки, конфетки, и нам осталось купить, делать пирожные, короче. Зомби-выжималка такая, которая делает пирожные. Так, ну что ж, давайте посмотрим, собственно, так. Люди покупают все, что мы им подсовываем. Так, отличненько, все здесь у меня покупается. И нам нужен для этого новый фиолетовый какой-нибудь зомби, ребятки. Давайте, собственно, перейдем. Нам пишут здесь, что зомби у нас найдены. Так что давайте посмотрите, сколько у нас дронов теперь доступно. Так что давайте, собственно, перейдем и начнем ловить наших зомбиков. Так, ну что ж, ребятки, погнали. Так, мы купили в прошлый раз костюмчик прикольный зомбику нашему. Посмотрите, он теперь как водолаз. Реально прикольно. Так, подождите, подождите, подождите. Оба. Ага, попались. Попались, попались. Иди сюда. Все, все, все. Отличненько, дорогие друзья. Все, мы словили их. Так, остался вот. Давайте посмотрим, кто здесь. А здесь голубенький зомби. Иди сюда, дорогой. Отлично. Так, еще один зомбик остался у нас. И здесь голубенький зомби. Все, ребятки, отлично. Мы всех зомбиков поймали. И даже поймали нового фиолетового, который нам нужен для пирожного. Давайте перейдем в кафе и посмотрим, собственно, что он нам может принести. Так, кафе. Так, ну что ж, фиолетовый зомбик самый маленький такой. Но какой-то он старенький, какой-то дедушка. Так, ну что ж, давайте попробуем. А, нам два нужно. Я все, все, теперь я понял. Нам, оказывается, нужно два таких зомбика. Так, ребятки, ну что ж, давайте перейдем сюда и посмотрим, где мы еще здесь можем словить еще одного зомбика. Такого, погнали. Так, давайте купим сетемет. Хочу вам напомнить, дорогие друзья, что игра у нас взломанная. Мы можем покупать все, что хотим. Так, ну что ж, погнали, погнали. Так, 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 так. Давайте убьем вот эту змею нехорошую, которая здесь ползает. Так, и давайте, собственно, возьмем сетемет, и потому что здесь может вылезти в броне. Ну, не в броне, но все равно. Так, отличненько. Все, ребятки, у меня уже два фиолетовых зомбика есть. Это просто замечательно. Так, отлично. Этот зомбик тоже готов. О, а здесь три. Тут по-любому будет один в одежде. О, отлично, ребятки. Троих сразу поймал. Вот это я понимаю скорость. Вот это я понимаю. Все, теперь этих зомбиков мой друг забирает. Отличненько, зомби пойманы, ребятки. И мы продолжаем нашу игру. Так, возвращаемся в кафе. А здесь нам приходится теперь что делать? Теперь мы сможем сделать, наверное, это пирожное. Все, ребятки. Все, давайте посмотрим. Отлично, все, мы продали пирожные. Все, замечательно, мы продали пирожные. Теперь что? Так, продать товары. И 10. Отличненько, ребятки. Так, коснитесь для нового уровня. Так, улучшение для пирожного и два плутония. Хорошо, покупаем улучшение. Это мы умеем. Так, покупаем улучшение. Отлично. Так, здесь нам... А, купить шляпу. Отличненько, ребятки. Давайте купим шляпу. Все, ребятки, мы купили с вами шляпу. Вот это нам такие задания. Так, коснитесь для нового задания. Новый продукт какой-то, ребятки, мороженое. И два плутония. Я не понял, это какой-то новый продукт, что ли, у нас сейчас будет? Так, покупаем. И что это такое у нас? Так, сладкая вата. Кто мог предложить, что зомби такие сладкие и воздушные? Главное, я помню, что мы не как-то там торговцы конфетками сладкой ватой. Мы воротилы крупного бизнеса. Так, ребятки, теперь мы делаем даже сладкую вату вместе с вами. И для этого нам надо два голубых зомби и два фиолетовых, чтобы продавать сладкую вату. Так, ну что ж, ребятки, зомби пойманы. Пойдемте теперь
поймаем еще. Ой, зомби пойманы, зомби найдены. Пойдемте поймаем их и, собственно, зарядим их в новую нашу вату. Посмотрим, что за вата такая прикольная. Так, отличненько, змею мы убиваем сразу же. Так, кто здесь? О, здесь зомби одетый, ребята, я не думал, что он будет одетый. Мне надо менять оружие и быстренько бежать за ними. Все, отличненько, они пойманы. Давайте еще здесь. Кто знал, что он будет в защитной маске? Специальной такой. Которую очень трудно достать. Да что ж ты будешь делать, а? Убегают, убегают от меня, спасите. Ай, один убежал, ребятки. Фиолетовый убежал зомби. Вы представляете? Фиолетовый зомби убежал. Давайте продолжим охоту, потому что нам нужен именно фиолетовый зомби для того, чтобы сделать сладкую вату. И посмотрим, что мы сможем словить на этот раз. Не удалось нам поймать фиолетового зомби, но я думаю, в этом уровне мы сейчас его обязательно поймаем. Так, давайте кинем мозг, посмотрим, кто вылезет. Ну, желтый и синий, это как обычно, отлично. Давайте дальше. Так. Так, ребятки, а что, у меня закончились? Так, все. Эй-эй-эй, посмотрите, как он бегает быстро, ребята. Да что ж ты будешь делать? Убежали от меня все. Как так-то? Убежали от меня все, ребята. Вот это да. А что же такое, а? Короче, мы только троих поймали, ребятки. Не смогли мы поймать всех. Но ничего, дорогие друзья, сейчас обязательно поймаем. Так, продолжаем нашу охоту. И посмотрим, где мы сможем. Так. Что ж, давайте сюда. Только надо купить сетимет. Все, все, сетимет мы купили, дорогие друзья. Теперь мы обязательно должны победить. Я уверен в этом. Так, ну что ж, погнали. Так, погнали, 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 погнали. Так, 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 давайте поменяем оружие, потому что всякое может случиться. Я же говорил, что может всякое случиться. Так, уже бы убежали от меня давно. Так, так, так. Опа, ха-ха-ха, поймались. Все, фиолетовые зомби, ребята, у меня. Ой, там желтый зомбик. Ай, увидел меня, увидел. Стой, 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 стой. Отлично, ребята, поймали все-таки. Он не успел убежать в лес, и мы его отсюда выловили. Так, ну что ж, пойдем поймаем еще парочку зомби, а потом приступим делать сладкую вату, дорогие друзья. Ну что ж, погнали. Погнали, посмотрим, на что мы способны. Давай, загрузка, быстрее иди. Так, ну что ж, погнали. Посмотрите, какая у нас шляпа, ребятки, прикольная. Так, давайте зомбики. Ловите зомбики, маленькие и большие. Так, 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 отличненько. Здесь поймали, переходим сюда. Что здесь? Опа, отлично. Он даже не успел свой молоток меня бросить, ребят. Вы видели? Замечательно просто. Отличненько, отлично. Все отлично. Эу! Куда, куда убежал? Куда убежал желтый зомби? Иди сюда, я тебя разобью. Вот так вот. Все, ребята, ура! Отлично, все, мы поймали все, что нам нужно. Просто супер, просто замечательно. Так, ну что ж, ребятки, теперь, я думаю, идем в кафе, и у нас уже, наверное, будет доступно то, что мы сделаем сейчас с вами сладкую вату и продадим ее. Так, ну что ж. Так, круто, ты нашел деталь зомбовыжималки. Отлично, ребятки, я нашел какую-то деталь для зомбовыжималки. Если хочешь улучшить все зомбовыжималки до максимума, отыщи как можно больше таких деталей. Удачи. Понял, все, оп, ребятки, все, мы улучшили зомбовыжималку. Отлично, нашли деталь, ту, что нужно нам. Так, и нам нужно продать товары, дорогие друзья. Это сладкая вата. Ну что ж, давайте, собственно, зарядим и посмотрим. Все, ребятки, отлично. Сладкая вата пошла. Ну и здесь давайте. Ух, отличные конфетки пошли. Ну, на пирожное нас уже не хватит немножко. Зомбиков. Теперь давайте здесь зарядим. И здесь зарядим давайте. Ох, ребята, у нас, смотрите, как дела идут хорошо. Посмотрите, ребята. Все, у нас бизнес пошел плавным ходом. У нас все работает, ребятки. У нас все... Все работают заводы, все зомби-выжималки работают на ура, на отлично просто.
Отличненько, ребятки. И мы прошли с вами этот уровень. Коснитесь для нового. Так, что мне нужно? Мне нужно улучшить, ребятки. Мне нужно улучшить с вами сладкую вату. Зомби-выжималку для сладкой ваты. Мне нужно улучшить гарпун, экипировку, какие-то новые испытания и два плутония. Так, ну что ж, ребятки, что это такое? Просит нас новые испытания дня. Вызов принят. Разбей доспехи. Ну, это мы испытания дня примем позже. Так, ребятки. Теперь давайте, что нам нужно делать? Нам нужно зомби-выжималку улучшить. Это мы сделали с вами. Так, и теперь нам надо купить экипировку. Так, это мы с вами покупаем. Улучшаем. Модель номер 2, все. И продать что-нибудь нам надо на 240. Давайте, собственно, продадим, зарядим. Посмотрим, что здесь мы можем, насколько продать. Так, давайте еще раз зарядим. И еще раз выжмем зомбиков. И посмотрим, насколько мы сможем продать. На 240 сможем или нет? Чтобы пройти уже этот уровень и дальше пойти ловить наших замечательных зомбиков. Так, ну что ж. Нет, не успели. Так, ну что ж, ребятки, пошли ловить зомбиков для того, чтобы много опять выжать из них разных штук. Так, зомби найдены, ребяточки. Так, мы берем модель номер 2 и берем сетимет, естественно. Это самое то, что нам нужно. Оружие. Ну что ж, погнали. Так, зомби-кетчерс. Охота началась. Так, давайте возьмем сразу сетимет. Вот так вот сделаем. Раз. Хопа. Хопа. Ой-ой-ой, второго не поймал. Опа. А чё змея-то не поймалась, а? Давайте змею убьем, потому что она никуда не годится. Будет хавать нас только. Опа, отличненько. Так, и остался один вот тут вот. Я думаю, он будет одет в броню, а нет? Опа. Всё, ребятки, отличненько. Мы с вами прошли с легкостью этот уровень. Он довольно такой простой был и не тяжелый. Давайте заново, ребятки, поиграем в какую-нибудь другую игрушку. Так, ну что ж, погнали. Так, продолжаем нашу охоту. Так, и здесь, ай, приятель, похоже, твой бизнес процветает. Ты не думал, может... Так, ну что ж, давайте, ребятки, приступим. Так, все, зомби найдены, ребята. Давайте сетимета купим и погнали дальше ловить наших опасных зомбиков, которые, как всегда, хотят нас съесть, но мы не дадим себя съесть. Так что, ребятки, погнали, погнали, погнали. Так, 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 стоят, стоят, стоят. Так, что здесь у нас? Ага, раз. Ага, два зомбика. Опа, все, поймал я вас, ха-ха-ха. И здесь держите. Опа, отличненько. Ой-ой-ой-ой, он у меня ударил молоточком, но ничего, ребятки, тем не менее. А здесь кто? А здесь одетый зомби. Опа. И вот сразу в сетку. Отлично, все, ребятки. Прошли все, что нужно, прошли этот уровень. Так, ну что ж, давайте теперь пойдем посмотрим в кафе, что нам здесь нужно продать. Нам здесь нужно продать, что-то нужно продать. Так, 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 что у нас по зомбикам? У нас один зомбик. Такой... А, фиолетового. Туда не хватает зомбика, я так понял, да? Да. Но ничего. Так. Так-так-так-так-так. Давайте загрузим все зомби-выжималки. Но мы не все, а две только, наверное, можем загрузить. Так. Так, а этим временем мы пока что пойдем, ребятки, словим еще кого-нибудь, чтобы перейти на новый уровень. Что ж, погнали. Погнали, ребятки, ловите этих
Зомбика. Так, ну что, зомбик, 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 куда мы бежим? Так, 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 давайте, ребятки, возьмем оружие вот это. Хоба, вот так вот, давай, 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 вылезайте. Ага, попались. Ха-ха-ха. Все попались втроем. Да, все же три попались, правильно? Да, все три попались, ребятки. Так, давайте мозг бросим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там змея ползет, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все отличненько. Все равно мы, ребятки, всех поймали. А, уже все, ребятки, все, мы прошли этот уровень, дорогие друзья. Он был довольно легким и продуктивным, отличным. Получить награду, ребят. О, мне дали новую награду. А что это за награда такая у меня? Зомби пойманы. Так, ребятки, ну что ж, погнали, перейдем в кафешку и посмотрим, что здесь у нас творится. Так. Так, мне же надо продать, наверное, кое-что, чтобы пройти уровень этот, да? Так, ну что ж, давайте быстрее продавайте. Я сейчас, наверное, получу. Или не получу. Ай-яй-яй, осталось совсем немножко, дорогие друзья. И я пройду этот уровень. Давайте еще разок словим пару зомбиков. И я наверняка с вами должен обязательно пройти уже этот уровень. Так, ну что ж, погнали. Погнали ловить дальше, зомби-кетчерс. Так, ну что ж. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой, подождите. Хоба. Ага, фиолетовый зомби. Все, фиолетовый зомби пойман. Отлично. Так, ну здесь я лучше выберу сетку, ребята, потому что здесь сейчас начнется. Ой-ой-ой-ой, убегают. Быстрее, догоняй. Да что ж ты будешь делать? Догоняй быстрее их. Убежали, убежали от меня зомбики. Ну ничего, дорогие друзья, мы поймали хоть и этих. Так, отличненько, ребятки, зомбики пойманы. Проходим в кафе. И давайте сладкой ваты, наверное, приготовим. У нас как раз есть ингредиенты для этого. Так, все отличненько. Давайте ускоряем процесс. Все, процесс пошел, дорогие друзья. И здесь процесс пошел. Все, отличненько, отлично. И здесь. Ребятки, процесс у нас есть, повышаем уровень, новый уровень 16, новый продукт какой-то, ребятки, пирожное, мороженое, новые зомби, дорогие друзья, и новый плутоний. Так, ну что ж, давайте купим новую машину. Все отлично. Кремовый пирог. Чувак, если бы я не знал, что оно на 95% сделано из жира зомби, я бы мог поклясться, что это настоящее мороженое. А как ты думаешь, из чего сделано это настоящее мороженое? Ха-ха-ха. Так, ребятки, тут это для нового зомбика нужно. Прикольно. Нам... Но мы уже с вами будем его ловить в следующих частях, дорогие друзья. А этот эпизод уже подходит к концу. Я хочу вас попросить, дорогие друзья, чтобы вы обязательно подписались на мой канал, поставили пальчик вверх и оставили любой комментарий. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Встретимся в следующих выпусках. Пока-пока.